Для эссельской арт-студии «Домик света» это первая за 15 лет жизни выставка в Петрозаводске. Здесь научились создавать мультфильмы. На встрече с петрозаводчанами воспитанники «Домика света» представили анимационный фильм «Поездка в Питер» на карельском языке. За эти годы мы можем уже представлять и очень интересные работы в акварельной живописи. То есть уже понимание, что такое акварель, это очень сложно. Потихоньку вот приходит понимание. Поэтому я очень рад, что я представляю своих учеников. И вот этот уровень, который они достигли, с гордостью немножко даже говорю про них, потому что для них это важно. Седьмой год подряд Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии реализует проект «Таланты из глубинки». Находят новые имена и дают площадку для общения со зрителем, уже хорошо известным в республике коллективом из районов. В этот раз в Петрозаводске можно увидеть работы воспитанников этнокультурного центра «Киелин Кирью». Они с удовольствием вяжут, изготавливают изделия из бересты и глины, а на традиционных ткацких станках ткут яркие половики. Еще одна гордость Пряженского района – в прошлом корзинская группа бабушек, ныне ансамбль «Сямозерье», уже получивший звание народного. Он был образован в 1987 году. Бабушки не только поют задорно, но и гастролируют с размахом. А опыт у нас, конечно, большой. В декабре мы были буквально вот в Эстонию, нас приглашали. А завтра в 5 утра мы уезжаем в Финляндию на международный фестиваль. А так вот были и Сочи, и Удмуртия, и Мурманск, и Умба. Это самый. Дружный коллектив из 18 человек исполняет песни на карельском и русском языках. И старые народные, и современных авторов. Ольга Николаевна Васильева рассказывает, у коллектива есть такая традиция, когда у кого-то в ансамбле день рождения поют любимую песню именинника. Всегда обычно говорят, да давайте любую споем, все любимые. Те, которые не нравятся, вот я предлагаю коллективу, да, и пропою, прослушаем эту песню. Если коллективу не нравится, то мы ее просто не учим и не поем. Для того, чтобы песню исполнить с душой, она должна быть любимая. А «Сямозерье» поет как раз такие песни о родной Карелии. Неизменно бурными аплодисментами встречают зрители песни о карельских традициях и о веселой жизни в деревне. Юлия Степанова, Владислав Петров, служба новостей.